Перед вами Полужка 1721 года. Время правления Петра I. Данная монета изготовлена с меди весом приблизительно 1 грамм и имеет на надпись «Полужка» и «Год». Иногда год написан арабскими цифрами, иногда имеет славянскую надпись. Были также монеты, которые имели комбинацию славянских и арабских цифр. Например, 17700 писалось арабскими цифрами, а дальнейшее остаток года писался буквой «К» славянскими. Как видите, монета в довольно хорошем состоянии. Сейчас я вам постараюсь показать аверс этой монеты. Очень хорошо сохранился двуглавый орел. Стоимость такой монеты составляет порядка 20-25 долларов США. В зависимости от состояния цены могут разниться, и данной полушки можно купить в диапазоне от 10 до 30 долларов. Больше информации с мира коллекционирования вы можете узнать, посетив наш блог «Мир коллекционера» по ссылке coinsrussia.blogspot.com. Здесь вы можете узнать и легко прочитать статью и легко датировать любые петровские монеты, надписи которых написаны еще на славянском языке, непривычным к нашему восприятию на сегодняшний день, так как мы привыкли к арабским цифрам, а не старославянскому обозначению года. Также мы вас приглашаем в интернет-магазин редких и уникальных монет и наград царской России и СССР по ссылке yarkoshop.com. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и получайте всегда свежие и интересные сюжеты с мира коллекционирования.